Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех на своем канале, с вами Александр, и мы продолжаем наше путешествие по Blade of Darkness очаровательной амазонкой. Зачем я сюда побежал, не знаю. Но мы дошли до храма Иоанны. Снова можем полюбоваться видами этого уровня. А также красивой музыкой спокойной. Мы сюда пришли с миром. Мы сюда пришли за мечом. Опа, Сэм, за тебя все зависло. Ой, подвисло, вернее. Ну что? Ой-ой-ой, Сэм. Будто его и не было. От Сэма не осталось ни следа. Красота. Ходим себе спокойно по храму Иоанны. Открываем двери. Чтобы наконец-таки взять меч. Ну, конечно, амазонку с мечом представить будет очень... Так скажем, непросто. Если вы играете, допустим, впервые в эту игру. Ага. Такая же потресканная, но уже не разбивается. Правильно, потому что открывается это все по-другому. Я подношу тебе янтарный камень. Прошу, открой для меня дверь. Это как раз таки вот магические самоцветы, которые будут открывать нам двери. Так. Один есть. Ну что такое? Что ж я запинаюсь-то обо что-то? Как видим, двери нам открыли. Тихо-тихо. Оп, это я что-то, это я зря сделал. Это я забыл. Да, здесь вот так вот, сломя голову, бегать не стоит. Нужно быть осмотрительным. Промазал. Здесь дело такое. Поспешишь. Никого не насмешишь. Я подношу тебе безупречный аквамарин. Прошу пропустить меня. Также, ребята, я все до сих пор тестирую, настраиваю, занимаюсь настроечкой звука, микрофона. Вот, поэтому оставляйте ваши комментарии. Стоит ли еще что-то корректировать? Если стоит, то что конкретно корректировать и в какую сторону? Может быть, громче, тише? Как-то по-другому? Может, кто какую программку посоветует для всех этих дел? Вот здесь интересное место такое. Ну, в прошлый раз уже сюда бегал, здесь микстура силы лежит, зелье. И здесь мы возвращаемся. Так.
Сюда или сюда? Вообще надо сюда. Так, нет. Я заблудился что-то. Очень похожее место, куда надо, но не сюда. Кстати, да, на превьюшку можно поставить что-нибудь такое. Ну, здесь. А я первый раз, когда играл, я здесь-то особо и не понял, что надо делать. Ну. А тут надо вот что делать. Здесь нужно бежать. Прибежали мы даже рановато. Что? Да начнется ад! Я подношу тебе белый опал. Прошу, даруй мне благословение. Ибо оно сейчас будет весьма кстати. Вроде казалось бы, да, начало уровня, и мы уже 3 ключа уже преподнесли. Остался всего один. И на этом тишина была нарушена. Вся нечисть повылазила. Отовсюду. Как я уже и говорил, монголо-татарская ига. Нашествие началось. Что, пора отбиваться? Что ты там крякаешь? Иди сюда. Грога! Тихо, кто там сзади? Тихо. Да, я что-то не то делаю. Гаденыш. А, западню устроили, да? Западню. Угу. О! Да хорош друг друга там гасить, а? Ага. Ты с воздухом дерешься, и я с воздухом дерусь. Нормально, да? О. Жесткие вы, ребята. Похвально. Вышли целой югурьбой. Пей! Пей до дна! Здесь смертельнее, чем яд, вода. Так. Угу. Тихо. Грогер, блин. Оп. Палево. О! Да чтоб тебя.
Блин, не все удары по ним попадают. Но это потому что бывает, да. Промахиваемся. Лови! Сейчас мы его быстро загасим. Ну и чё? Еще пару ударчиков, все. Кранты тебе. Даже одного хватило. Браслет. Так, браслет у нас, я так понимаю, урон, насколько я помню, понижает. Браслет. Сопротивление к урону, да. Ну-ну-ну-ну-ну, давай. Хрупкая амазонка. С очень мощными ударами. Прям сокрушительными ударами. Да что такое? Ну, во, вот так и надо залазить. Ну что такое? Что ты говоришь, стоп? Или что ты там буркнул? Там микстурка лежит. Микстуру очень много здесь. Всяких разных. Не надо этого делать. О, мы так не договаривались. Куда побежал? Эй! Обалдел совсем. Сколько у вас там, а? О, сейчас все стрелы в меня полетят. Быстрее! А, ни хрена себе. Чё, носорог? Ну все, тебе крышка, короче. Будем с тобой церемониться. Еще и хамишь. Вон еще и хамит, а? Угу. Здесь, да, здесь я помню, что здесь будет. Здесь будет веселуха. Тоже первый раз, когда проходил, так и не понял, что делать надо здесь. Угу. Отлично. Ну, теперь можем смело бежать вперед. Если бы мы этого не сделали, то, соответственно, вот этим бы электричеством нас бы просто разентовало на кусочки. Я подношу тебе черный обсидиан. Даруй мне силы поднять священный меч.
все 4 магических самоцвета принесены. Вернее. Опа. А вот и скелеты. Иди сюда. Да-да-да, ты следующий. Чё ты там костяшками перебираешь? Сюда иди. Воу. Вот это полетело. А где еще один? Чуть-то мне казалось, что их тут будет 4. Все, хватит. Вырубайте свою тумбу-юмбу. Ну, давай, давай, я в тебя верю. Что ты можешь быстрее залазить? Бегущий человек или бегущий рыцарь? А что ты не выпил, а? Ну и зря. Я-то думал, ты выпьешь. Ничего не видно. Камера шалит. Ага. Попади сначала. Ты же вон какой Боров. Пока размахнешься, тебе уже 18 ударов прилетит. Ну все, пора с тобой заканчивать. Заканчивать пора с собой красиво. Тун-дун-тун-тун. Хм. Кстати, да. Кстати, да. Ой. Чего я взял? Зачем я взял лук? Когда нужно брать сокрушительный бо. Тихо, тихо, тихо. Ну а там кто стоит? Блин, я когда первый раз увидел вот это вот, думал, там такое громадное чудище будет стоять. Подхожу ближе, а там Сэм. Таких же размеров, как и всегда. Воу.
Сэм. Все, кирдык Сэму. Так, и впереди нас ждет непростой бой на самом деле. Да-да-да, вот этот дядька, он очень сильно бьет. Может одним ударом просто-таки разрезать нас напополам. Не, серьезно, у него удары сильные бывают. И он, кстати, он довольно шустрый. Дзинь, звенит хорошо. Значит, хорошая сталь. Из хорошей стали сделан. Извини, что ты как хрусталь, почти. Ну давай, давай. Ага. Ха-ха. Еще чего? Ну да. Дин, бздин, бздин, дин. Все, огорчился и исчез. И вот они открылись нам заветные врата к священному мечу. У нас всего, у нас всего одна руна к нему из шести. А я разве не две ли брал? Что-то я вот не помню, кстати. Или я только одну и брал специально для этого. По-моему, я брал две. Нет, одна одинешенька. Вот за ней мы и пойдем. А, нет, вру. Че я несу? Если это твоя судьба, то так и тому и быть. Возьми меч, и пусть ничто тебя не остановит. Враг ждет тебя в колдовской башне. То есть уже по-другому описание идет. Что? Не находишь, да, в нем божественной силы? Так смотрит на него, да? Ну а что ты хотела, блин? Нашла всего одну руну за все свое путешествие. Ладно, ну для приличия мы сходим за еще одной руной. Башня дал дурак. Ну мы прямо сейчас давайте исходим куда-нибудь. Да в любой уровень абсолютно. Так, крепость Немрут. Давайте в крепость Немрут сходим. Просто в качестве примера. Что будет, если вы играете первый раз и пропустили руны? Вам показаны уровни, в которых находятся эти руны. И мы сейчас за одной из них вернемся. Вот мы появились. Так, появились мы с мечом, меч Ианны, который на 19 уровне мы могли бы делать спецатаку. Не в богине, но учитывая то, что у нас меч просто меч, сделать мы ее не сможем. Повторно, когда возвращаетесь за рунами. Значит, не надо будет полностью заново его проходить. Видите, тут рыцарей нет. Колчан есть. Колчан мы возьмем. Ну, колчан это как, типа, намек на то, что он нам здесь пригодится. Дальше будут появляться вот такие демоны, они в принципе нам, ну, не нужны. Их убивать
совершенно не обязательно. Будут появляться не только демоны. Почему убивать здесь? Вводите в транспорт, чтобы покинуть карту. А вот это, кстати, я не помню такую тему. Войдите в транспорт, чтобы покинуть карту. Интересно. Честно говоря, я так за рунами возвращался когда-то очень давно. Так, что теперь мне самому интересно, как добраться до этого места. Так, ну покинуть карту-то мы не будем покидать карту. У нас нет ключа. А! Опа! Да хорош! А, ну правильно, потому что на пути к руне, вот, карта немножко, уровень видоизменился. Не обязательно нам убивать этих демонов, то есть наличие демонов и будут нам свидетельствовать только о том, что мы движемся в верном направлении. Наличие таких вот уже более сильных. Их можно не убивать, да. Просто пробегаем. И только вот наличие вот этого рыцаря говорит о том, что мы уже практически у самой цели. Ну что, сразимся еще разок? Как ты на это смотришь? За это, кстати, мы еще получаем дополнительный опыт. Все. Рыцаря мы завалили. Значит, где-то здесь находится то самое заветное место, зачем мы сюда пришли. Да, вот оно. Спускаемся. Опять снова спускаемся во тьму кромешную. Так, ну здесь ничего не нажимаем. Вот же она. О том, как Ависта договорились создать место, где они будут жить все вместе. И как Иоанна, любимая дочь отца, создала в этом мире. И как Ангра Майню, князь тьмы, навестил своих братьев и сестер и жил среди них. Ну все. Взяли руну, теперь можем смело покидать этот уровень. Так, дальше, насколько я помню, мы должны будем отнести в храм Иоанны найденное. Найденное, недостающее нами, мы снова отправляемся в храм Иоанны. Да, проходить по новой, опять же, ничего не надо. Дополняем
недостающими рунами. Этот алтарь священный. И отправляемся дальше. Искать руны, либо мы отправляемся в башню Далгурак. Играл в каком-то дополнении за Далгурака, проходил. Довольно интересное тоже. Как бы не дополнение, это просто мод, где можно поиграть за Далгураком. Коварный Далгурак, прислужник теней и почитатель Ангра-Майнию, скрывается в колдовской башне, где готовит планы сражений для своей чудовищной армии. Сила богини раскрыла его убежище, и теперь избраннику богини, рыцарю света, предстоит бросить ему вызов. Что ж, это будет интересный уровень. Честно говоря, для меня это будет даже что-то новое, потому что я еще ни разу, по-моему, не проходил эту игру без меча Янны. Нет, я, конечно, добирался до этого уровня в попытках его пройти. Ну, как я рассказывал ранее, что в первоначальной версии, которая у меня была, там пытались, значит, из лука пробить щит Далгурака, и на этом игра подвисала, выскакивала какая-то картинка там, и что-то там по-английски описывалось. Вот. Но об этом мы узнаем подробнее в следующей серии. Всем приятного просмотра. Оставляйте обязательно ваши комментарии. Кому нравится, ставьте нравки. Подписывайтесь на канал. Дальше будет только интереснее. Всем счастья, любви, добра. До следующей серии. Пока-пока.